Всем привет! Ну вот давайте без долгих прелюдий, я вам просто скажу, что на выходных наконец-то тепло, вот по-настоящему тепло, и можно смело выходить гулять, наслаждаться этой погодой, и в целом здорово на улице. Давайте конкретно уже в цифрах. Этой ночью еще минус 16, но зато днем всего лишь минус 6. Ну, единственное, небольшой порывистый ветер возможен, но это тоже не сильно страшно. А вот в воскресенье по-настоящему тепло, даже как-то по-весеннему. Плюс 3 градуса и даже небольшое солнце обещают нам синоптики. В понедельник около 0 и небольшой снег снова появится в городе. Ну и, кстати, пятница для всех день разный, для кого-то легкий, расслабленный, для кого-то нагруженный, полный дел. И если дела все-таки не отпускают, а расслабиться уже хочется, идеальное решение – это пиво зеленогорское, безалкогольное. И, кстати, зеленогорский завод «Зелен», крупнейший производитель безалкогольных напитков края, в этом году отмечает свое 45-летие. Так что спрашивайте вкусные и натуральные напитки «Зелен» в магазинах города и края.